представить жилищную инспекцию утвержденные планы графики готовности МКД к отопительному периоду. Здесь я отдельно остановлюсь на том, что графики должны быть не как пожелает управляющая компания, а я прошу за этим отследить жилищную инспекцию и органы местного самоуправления. Именно такую задачу поставил перед руководителями управляющих компаний четырех муниципалитетов Щелково, Фрязино, Черноголовки и Звездного городка заместитель министра энергетики Московской области Владимир Мельник. Обсуждение предстоящей работы предприятий перед подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства в Подмосковье к осенне-зимнему периоду 2021-2022 года прошло в ходе тематического совещания, которое состоялось в Щелковской администрации. Перед подготовкой жилищного фонда к сезонной эксплуатации отделом по ЖКХ и благоустройству муниципалитетов, а также управляющим компаниям необходимо сделать следующее. Сформировать постоянно действующий штаб по подготовке объектов ЖКХ, определить лиц, ответственных за организацию мероприятий по устранению последствий технологических нарушений, сформировать графики и образовать комиссии по обследованию оборудования котельных. Также на совещании обсудили предстоящий период отключения горячей воды для планового профилактического ремонта и обслуживания котельных. В городском округе Щелково графики уже сформированы. С ними можно ознакомиться на сайте администрации муниципалитета. Мария Буржинская, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.